Поддерживаем Евгения Викторовича Пригожина, потому что он герой России, сражался за нас, за русских людей на Донбассе, в Украине. А давно знаете о Евгении Пригожине? Очень давно. Как только он появился в медийном пространстве нашей страны. Мы понимаем, что после мятежа или марша справедливости к нему отношения неоднозначны, но нельзя отменять того, что он и его ребята погибли, защищая интересы нашей Родины. Это делает его народным героем России, и они погибли точно во славу нашей Родины. То есть это ваша личная инициатива, это не организация? Да, это наша личная инициатива, никто нам не помогал, ничего, мы сами все сделали. Просто местные, которые организовались.